Всем привет, дорогие друзья! Вы на игровом канале Железное Сердце. Мы играем бета-версию игры Destiny. Ты разработчика Bungie. Про космос, в общем. Это стрелялка от первого лица. Напоминаю, что на нашем канале уже создан Warlock. Это один из боевых классов игры Destiny. Здесь есть охотники, колдуны и титаны. Ну, так называемые боевые машины-убийцы. Солдаты, в общем. Вот. Просто грубая сила. Сейчас вы сможете увидеть прохождение Титана. Варлок у нас в классе людей. Охотник в классе киборгов, экзоидов таких. Или холотов. То кому как нравится называть. А это у нас будет новый класс. Титан, и это будет у нас инопланетный какой-то понятный Авакен. Либо вот такой, либо вот такой. Мы сделаем себе Авакена, наверное, мужика. Фейс его можно задать. Я не знаю, кто такие Авакены. Майкл Джексон просто какой-то. Кто-то подойдет само для Авакена, само то. Какие-то они все бледные. Чего такие бледные, ребят? У нас будет чуть-чуть, у нас подзагорелый чуть-чуть, на земле все-таки живет. Это губы его. Цвет губов. Так, это у нас цвет глаз. Чтобы в темноте светились. Прическу. Выбрать можно. Вот это вот, мне кажется, само то. Пойдет. Волосатик больше. Наколку какую-то разрисовать себе можно. Ой, жуть какая получилась. Лучше таким. Зеленым. Не, зеленый не подходит. Желтый. Нет, тоже не подходит. Красный, может. Красным будет нормально. И что мы еще можем сделать? Ну все уже. Короче, создали мы Титана. Инопланетного Авакена какой-то. Сейчас опять придется смотреть мультик. Краткое содержание мультика. Человечество высадилось на Марсе. И нашли там большой какой-то шарик. А этот шарик, понимаешь, не только на... Искала земляне, искали. Его искали многие цивилизации в космосе. Они прилетели за этим шариком, а шарик им не дался. Пошел на Землю, приземлился и стал Землю защищать. В итоге эти инопланетные пришельцы обиделись и начали убивать всех людей. И всех убили людей. И только один город остался на Земле, куда этот шарик прилетел и в своей тени спрятал этот город людей. Вот такая вот грустная история. То есть, можно сказать, находимся на вымирании человеческой расы. У нас такая предыстория. Мы теперь должны вместе с инопланетными какими-то друзьями, тремя классами, охотником, колдуном и титаном, ну это солдатом, отбить этих инопланетных захватчиков, выгнать их, короче, куда подальше. Они даже на людей, они каких-то тараканов похожи больше. У них по несколько рук какие-то они такие. В общем, им, наверное, только нужны... Вот этот шарик нужен. И ресурсы Земли. А их как вид... Люди как... Как вид им не интересен. То есть они их воспринимают как что-то такое... Ненужное. Лишнее. Биологически созданное зазря. Вот. Вот это мы нашли на Марсе. Сейчас это показывают. Этот шарик. Destiny. We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny
to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Все надо начинать заново. Возможно, в полной версии игры все-таки будет сделано, что у каждой расы будет своя точка возрождения. Все-таки, напоминаю, это бета-версия игры. Тут разработчики, я думаю, особо не заморачивались с тем, чтобы создать какие-то новые локации, новые места. Тут вообще будет всего лишь три локации, насколько я читал в описаниях. Это старая Зима Космодром, какие-то там еще два места. Там я еще не был, поэтому... Неважно, я сейчас выбираю тот класс, который мне будет по душе самой играться. Но Варлок, мне кажется, самый оптимальный в этом плане. Ну, сейчас посмотрим, что за Титан. Может быть, и Титан тоже ничем будет. Это все уже не кат-сцена, это игра. Это все на движке игры нарисовано. Вот это вот пыль, вот это вот летающий ветер. Машинки. Насколько это интерактивно, вам уже судить, конечно, вам, зрители дорогие. Где-то что-то взрывается, где-то нет. Освещение, вот смотрите, какое в игре. Играем мы на PlayStation 4. Вот они, это инопланетные захватчики. Многорукие. Тараканы какие-то в комбинезонах просто. Видели, у них по 6 рук. Он сейчас нас высадит. Это такие дроиды такие специальные, которые могут чинить что-либо. Это как бы наш помощник. И в то же время телепортировать. Все, мы выжили. Рассказал нам краткую предысторию, что нас активировали, мы теперь живые. И мы теперь должны спасать себя. Бежать в город. То есть найти что-нибудь, чтобы вернуться в город. We need to move fast. Он рассказал, теперь понятно, коротенькая загрузочка. We won't survive long out in the open like this. Вот она, наша тень. Вот он, наш титанчик. Кулаками мы умеем драться. Если мы заблудимся, мы можем нажать серединку, и нам хост наш подскажет, куда нам двигаться. L3 это бег, и мы бежим к точке эвакуации, так сказать. Задача у нас, я так понимаю, ходить по земле и искать всякие полезные штучки, которые нам будут помогать выживать на этой недружелюбной планете. Вот она подсказывает, джойстик светится. Дрожит все. Вот они, видите, многоножки как лазят. Ну, если бы это были гуманоиды, разве бы они так лазили? Вон они, видите, как по трубам ходят. Сейчас он свет включит. Нам дадут еще винтовочку. С этой винтовочкой пойдем воевать. Вон их сколько. Here, I found a rifle. Grab it. Оружие лежало.
Hope you know how to use that thing. Все. Вооруженный опасен называется. Watch for motion on the tracker. Будем драться. Многоножки. И патроны выпадывают. На. Не ждал такого напасика. Мордасика. Еще один. Типа толстый такой, да? Все? There's more ahead. Keep it up. Мархет. Больше голов надо, да? Беги. Вот локации можно полюбоваться. Вот такие вот они. Если мы тут упадем, мы разобьемся. A loot cache. Let's see what's inside. Секретики. Вот, у нас еще новое оружие теперь есть. Дробовик. Ух ты, классно. Trip mines. Don't touch them. Догадаться можно. Обана. Дробью мы стреляем теперь. Типа умные, да? Ладно. Будем. На тебе. На. Опа. Страшно? Нежданчик тут такой. От инопланетного до чувака. На тебе. Какой ты сильный. На тебе. А вот и фиг вам. Резкий, что ли? Кулаком как он их. Чпок. Вандалы. Який вандал. Сейчас я тебе кулачком врежу. Ладно, не буду я тебя кулачком унижать. Так уж. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Чё ж ты не по-русски ты рассказываешься? Не русские буржуи. На субтитры они пожалели. There's gotta be something we can fly out of here. Нам туда надо. Incoming! Всё, нас попалили. Fallen ships! This close to the surface! Нам показывают, куда нам идти. Мы не перепутали. Стоять. Резкий, да, типа? Еще более резкий. Как в кино, короче. Графон такой, прям как на земле на живой ходим. Просто эклиптической. На. Ух ты, елки. Промахнулся. Малыши его еще. Тягаться со мной. На тебе кулаком. На. Ё-моё.
Да выпендриваю сейчас. Ох ты, ё. Отсидись. Да выпендривался. Чуть не сдох. Выходи. Всё, выходи. На. Левел ап. За удар такой красивый. Could be our ticket out of here. Таран-тан-тан. Все. Хорош. Блин, метился в одного, попал в другого. Всяко бывает. Все. There's a ship. А вот и наш корабль. Где мы можем умереть сейчас? Так, у меня граната есть? Случайно так. Нету. Случайно граната у меня. Да что-то неубиваемое. Схавал. Кто там еще остался? Большой-то схавал ваш. Оба. Все. Иди чини. Не, еще не все, что ли? На. Шпагат. Let me see if I can get us out of here. Все, теперь мультяшка. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the fallen haven't completely picked it clean. Корабль почти как новый. И он может летать. I can make it work. Сейчас сделаем, полетит. Красотища все-таки. Okay. It's not going to break orbit. It just might get us to the city. Now, about that transmat. Bringing you in. We can come back for them when you're ready. Let's get you home. Вот так вот, ребята. Пришел, увидел, угнал кораблик. И теперь летаю, где хочу. Что хочу, творю. И землю защищаю. Вот так вот. Вот такие вот титаны. А кого вам выбрать, вы уж, называется, выбирайте сами. Кем вы будете играть, каким классом. Всех классы вы можете посмотреть на нашем канале. Лорд Вуду, Железное Сердце.
скоммуниздили мы кораблик и летим в город людей, последний оставшийся в живых городок. И мы теперь автоматически, так понимаю, стали гвардейцами, защитниками Земли. Это последний оплот человечества. Вот рядом в тени этого шарика он спрятался и не дает людей добить до конца. Этот шарик мы нашли на Марсе, как показывали в самом главном видео игры. Вот он, инопланетный чувак, который по какой-то причине тоже помогает защитить человечество. Возможно, свой мир они уже потеряли. Поэтому помогает людям. Прогружают нам вселенную сити этого Гвардиана. Вот они мы. Добро пожаловать, Титан. Коммодор Зелат Монтер. Короче, осматривает лично новых Титанов в башне. Вот это другие игроки, я так понимаю. Летают, прилетают. Вот еще кто-то прилетел. Задание. Постоянно тусня, короче, такая. Вот. Кто бы мог подумать, что это будет Титан, да? Ну, повернись. О. Все, нам надо идти к зелененькой штучке. Нам там что-то выдадут. В этом городе тут можно крафтить оружие, но скорее это сейчас ничего не работает. За квесты выдают награды нам. Привет. А я буду на столе стоять. Вот нам новое пузо дали. Гуд. Так. И что ты нам дал? За новое пузо. О! Даже покрасилась. Новую пушку нам дадут. Выбери что-нибудь хорошее, да? Играя за охотника, выбрал какую-то вообще не такую пушку. Так, ты мне расскажи про пушки. Полностью автоматическая. 23 атака, 23 атака. Это тоже... Все 23 атака, да? Пульсирующие рулетики. Огонь какой-то там. Давай самую первую возьмем. Ну-ка. Только не говорите, что она будет фиговая. И теперь мы еще должны забежать еще к одному зелененькому, и там нам что-то про корабль расскажут. Про твой корабль. Надеюсь, тут на кораблях тоже придется воевать.
Поэтому их тоже, наверное, надо будет обгречивать. Санки там у некоторых есть. Не катаются там по пустошам. Уже видел я таких игроков. Что мне тут дали с этим? Короче, мне что-то дали. Все, типа, теперь вали отсюда. Чтобы валить, это назвать серединку и треугольник. Тогда мы вернемся на орбиту. В свой корабль. Такая тревожная музыка. Возвращаемся на корабль. Вот, эксклюзивная бета-награда. Мосяга дня. Короче, мне что-то... Меня любят. Дали мне какую-то награду. Вот у нас заданица есть. Можем выбрать уровень сложности. Ну, так как мы второго уровня, нам хватит и такого... Такой сложности. Можно проапгрейдить что-то там. Но это уже после высадки мы будем апгрейдить. Мы полетели на планету Земля. Ну, в бета-версии, кроме как на Земле, по-моему, миссии нету. Хотя посмотрим. И этот космодром — единственное место, где я знаю, где мы можем еще найти один. Мы выжили на Fallen Ones. Мы можем это снова. В общем, летим мы на Землю выполнять задание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы будем уже бегать с кем-нибудь в кооперативе. Покажем вам кооперативную игру, как она выглядит, что из себя представляет. Вот нам показано, куда идти. Вот так вот выглядят локации. Ну-ка постреляй куда-нибудь. Фига себе. Снег аж плавится. Это моя новая пушка. Дробовик вы видели? Плошно себе аж отдача аж меня откидывает. Сейчас чуть-чуть постреляем по противнику из новой пушки. Все, я понял, куда идти. Ничего так убойное. На, многоножка. Давай, чини. А я ему тебя защищать, если кто вдруг придет. Все, пальцы вверх, подписка. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Magic people, voodoo people! The voodoo, who do what you don't dare do, people!